Привет, Ребза, с вами Родион. И сегодня хочу рассказать, как я готовлю истребитель к весенним покатушкам. К сожалению, весна затянулась, и покатушки оттягиваются. Ну и еще оттягиваются, потому что, если честно, я заказал много фенек с Китая и жду вот потихоньку, как они приходят. Так, еще одно сообщение. У нас ушел из жизни Виталий. Фамилию не буду говорить, все, кто ВКонтакте, они знают. Квадроманьяк наш. Он был душой квадроманьяк. У него не было квадроцикла, если честно. Он копил на него, но, к сожалению, заболел смертельной болезнью. И не дожил до осуществления своей мечты, да, покататься с ребятами. Ну, с нами он катался. Видео ВКонтакте есть, короткое, я нашел. Несколько моментов, где он попался. Он был скромным человеком. Ребята ВКонтакте решили ему помочь. Спасибо всем вам, кто помог. Я реально его видел два раза всего. Он приезжал на соревнования и приезжал на покатушку. Ну, помочь человеку, да. Вернее, не человеку, а его семье. Немножко в тяжелой ситуации. Да, я понимаю, что я не фанат этого, чтобы помогать там неизвестным людям, но это наш человек, я его реально знаю, спасибо ребятам, что поверили, да, помогли. Я сам последний там сейчас без работы отдал, ну сейчас уже устроился, ну спасибо, ребят, от души, спасибо большое. Ну давайте дальше, жизнь продолжается. Привет его сыну, он теперь будет старшим в семье. Предстоит серьезные перемены, да, потому что все ложится на его плечи. Он один мужчина в семье остался. Ладно, продолжим. Итак, я получил поворотнички. Давайте покажу. Видно вам. Вот такие. Ну, стильненькие, я скажу. Не знаю, как они проходят. Сколько. Смотрел я. У нас такие поворотники, цена двух штучек 400 рублей. Заказал я с Китая. Магазин Джум, что ли, какой-то. Не Алиэкспресс. Там поменьше товар, но вообще доставка бесплатная. И дошло быстро. Но не все вещи доходят быстро. Уже полтора месяца я фару жду. Никак не придет. И эту, цена этого комплекта из четырех поворотников 308 рублей. И доставка бесплатная. Ну что, конечно, грязи они не подходят. Здесь вход, да. Ну, это обычные мотоциклетные, да. Ну, они подойдут на спортбайк, я думаю. Ну, можно попробовать, да, кто хочет заменить поворотнички на такие LED. Здесь, конечно, грязь будет поступать, здесь, возможно, тоже. Но вот резиночки хорошие. Здесь вот не будет грязи. Надо будет пройтись герметиком вот здесь по контуру и герметик сюда залить, и грязь не будет поступать, я думаю. Ну, попробуем. Конечно, ну, хотел я стильный, чтобы он был, да, чуть рваный, но доведем его до ума, он будет уже гораздо выглядеть симпатичнее. Значит, подключение сюда этих поворотников, сама Рлюха их не видит, потому что они LED, они не дают сопротивления. Значит, чтобы подключить сюда поворотники, да, придется поковыряться. Вам придется параллельно, параллельно подключить еще лампочку. Где-то ватт, ну, хотя бы, если 5 вот подключаю, то моргает быстро, это не по ГОСТу. Где-то ватт, я не знаю, сколько там, 25 или 15, сколько там дальше. Любую лампочку параллельно подключаем, и они начинают работать. Давайте попробуем. Ну, у меня вот такой пробничек есть. Вот тупо тут я нашел в гараже. Вот я сейчас параллельно. Ну, то есть, смотрите, вот здесь идут контакты лампочки. Ну, вот, поворотника. И вот также еще добавляем, получается, сюда эту лампочку. Ну, вот так. Вот здесь поворотники пошли. И вот добавляем. И здесь уход на релюшку. И начинают они работать. Здесь я, к сожалению, все закрыл. Сейчас попробуем.
Вот я вставляю. Да, и не забывайте, что у LED есть плюсы и минус. Обязательно. То есть вот эти лампочки я пробовал наоборот, да. Минус с плюсом. Ну, она не работает, но не перегорела. Потому что некоторые могут перегорать, да, старайтесь. Но вот эти не перегорели, и я подключил неправильно, да, они потом... Сначала подключил неправильно специально, потом подключил правильно. Ну вот видите, все заработало. Горит достаточно ярко. Давайте даже так подключим. Ну я считаю, стильненько и прикольненько будет. Ну конечно, боюсь, мы их оторвем, но я думаю, 300 рублей можно заказать сразу еще. Ну, я не знаю, все. Пока. Будем ждать следующих запчастей, будем собирать дальше. Так, завести я так его не смог со стартера. Не хочу пока движок разбирать. Ладно, потолкаем, попробуем первую покатушку, потом еще разберем. Будем смотреть дальше, в чем проблема, почему со стартера не заводится. Ну, ребята говорят, декомпрессор там стоит. Декомпрессор такой. Когда обороты... Не хватает оборотов стартера, и он его не закрывает. Клапаны открыты все время. Ну, кстати, если есть там спецы, подскажите по телефону или что, ребят, знаете, как именно, что разбирать. Может, там где сбоку какой-то лючок есть, что-нибудь подкрутить. Если подскажете. Движок 167-й. Четырехтактный. Ну вот, как выглядит сейчас аппарат. Довольно страшный. Ну, ребята, будет он, я вас уверяю, он будет красавец. Ну все, давайте, до новых встреч. Ждите, ждите, скоро выйдем.